Здравствуй, милый друг и подписчик канала «Жизнь в доме». Сегодня мы будем готовить простой рецепт шоколадных кексов. В емкость вбиваем 3 яйца. Добавляем 1 стакан сахара. 1 стакан муки. К продуктам добавляем 180-200 грамм сливочного масла. Добавляем 100 миллилитров молока. Добавляем 4 столовые ложки какао. Все ингредиенты необходимо хорошо перемешать погружным блендером. Добавляем 1 чайную ложку соды, гашенную уксусом. Хорошо все перемешиваем погружным блендером до получения однородной массы. Смазываем формы для кексов растительным маслом, хорошо промазывая все бока. Заполняем формы наполовину шоколадным тестом, так как кексы подымутся в размере. Добавляем начинку в кексы. Ставим наши кексы в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Кексы должны пропекаться 35-40 минут. Посыпаем кексы сахарной пудрой. Приятного аппетита, друзья! Подписывайся на наш канал «Жизнь в доме», ставь лайк, оставляй свой комментарий. До новой встречи, друзья!